Всем привет! В этом видео вы узнаете топ-10 лучших недорогих отелей в Кемере. И сразу обращаю ваше внимание на недорогих именно в адекватном смысле, а не самых дешевых. Рейтинг этих отелей составлен по сервису и услугам, которые предоставляют эти отели, а также по мнению и отзывам отдыхающих туристов в этих отелях. И чтобы не повторяться, сразу говорю вам, что все отели находятся на первой линии. Так что, друзья, именно это видео поможет вам легко выбрать лучший недорогой отель на самом живописном курорте Анталийского побережья и избавит вас от мучений, с которыми сталкивается каждый турист в поисках подходящего отеля для отдыха в Турции. А именно в этих отелях вы получите нормальный отдых не за все деньги мира. Кроме того, обязательно посмотрите описание к этому видео, там вы найдете важные дополнения. Так что подписывайтесь на канал и давайте разбираться. 10 место. Crystal Aura Beach Resort & Spa 5 звезд. Единственный представитель этого топа, который находится именно в самом городе Кемер. То есть в самом активном инфраструктурном месте всего региона Кемер. Расстояние от аэропорта Анталии 58 километров. Групповой трансфер будет занимать от 1 часа в зависимости от количества отелей по пути. Открыт в 2004 году, последняя реновация проводилась в 2020, плюс ежегодные обновления номерного фонда. Состоит из 2, 3 и 4-этажных корпусов с лифтами и комплекса бунгало. Территория всего 29 тысяч метров квадратных. Да, компакт, но это почти центр самого Кемера, где все отели с компактными территориями. Озеленение есть, пальмы, газоны, но немного, все из-за размера территории. Бассейны всего 5, 2 из них крытых, но подогрев не заявлен. Горки всего 6, 3 горки солидных размеров для более взрослых и 3 горки поменьше в бассейне для активити. И плюс 2 горки для совсем маленьких детей в детском клубе Криспи. Номера очень компактные, но большая часть обновленные. Единственный главный минус — это вид из номера. Особенно это касается номеров, у которых балкон выходит прямо на горки. Вопрос можно решить только на месте, и то только если есть другие свободные номера. Питание нормальное, многим нравится. В меню обычно всегда есть пару видов мяса, куча салатов и гарниров. С морепродуктов обычно только рыба. Иногда бывают тематические ужины. В общем, в плане еды не космос, но и неплохо. По алкоголю основной — это местный, импортный, в концепции только пару видов, на усмотрение администрации. В общем, рассчитывать на что-то интересное не стоит, но все есть. Персонал старательный, но его мало, поэтому не успевает совсем нормально справляться. Развлечения. Все стандартно, есть дневные и вечерние анимационные программы, но ничего грандиозного. Для детей есть мини-клуб, аниматоры и мини-диско, то есть чем занять детей на некоторое время. Пляж стандартный кемеровский, то есть маленький и тесный. Протяженность примерно 130 метров, ширина в среднем 15 метров. Пляжное покрытие — мелкая галька, вход в море тоже. Водичка в море прозрачная и приятная. За территорией есть много различной инфраструктуры. В общем, для любителей погулять по городу — то, что нужно. Отзывы разные, и много зависит от времени отдыха и от того, зачем приехал турист в этот отель. Резюме: в отеле есть плюсы и минусы, и если правильно с ними разобраться, то обычно все туристы отдыхом довольны. 9 место. Crystal Flora Beach Resort 5 звезд. Универсальный отель, который выбирают и просто взрослые, и туристы с детьми. Расположен в поселке Бельдиби, 45 километров от аэропорта Анталии. Групповой трансфер будет занимать примерно от 50 минут, в зависимости от количества отелей по пути. Открыт в 1997 году, с 2010 года проводит поэтапную реновацию, но работы еще много. Территория средних размеров, 53 тысячи метров квадратных. Естественно, зеленая и красивая, даже растут банановые деревья, а также гранаты и апельсины. Состоит из комплекса 3-этажных коттеджей без лифтов. Бассейны тут совсем не густо, для взрослых только один, остальные только с горками. Аквапарк для ценника на этот отель солидный, есть 7 нормальных горок. Более того, обычно этот Crystal идет как самый дешевый отель в Кемере с таким форматом аквапарка. Номера много старых или с устаревшей мебелью, но в основном убирают чисто. Белье и полотенце меняют каждый день, техника и сантехника плюс-минус работают.
работает исправно. Питание в реальности хорошее и разнообразное, но именно в рамках цены на этот отель. То есть пара видов мяса, рыба, сладости и фрукты, бывают тематические ужины. Алькарты есть, но бесплатно только один раз один из ресторанов. По алкоголю, как и в предыдущем Кристалле, в основном местный, импортный в концепции только пару видов на усмотрение администрации. Персонал обычно дружелюбный и отзывчивый, в общем, всех хвалят. Развлечения и анимация. Все стандартно, есть дневные и вечерние программы, ничего грандиозного, всем обычно достаточно. Для детей есть мини-клуб, принимая деток с 4 до 12 лет, а также детская площадка, мини-диско. В общем, есть все необходимое, но без формата вау. Пляж большой и просторный, протяженность примерно 500 метров. С покрытием все не так просто. На самом берегу песчано-галечный, а вот вход в море после нескольких метров начинается просто огроменная галька. То есть на берегу поплескаться норм, а если заходить по шею, то уже многим некомфортно. За территорией особой инфраструктуры нет, но можно съездить в Кемер или в Анталию. Отзывы в основном все положительные, негативные встречаются редко. Резюме. Отель хороший вариант для отдыха с детьми, особенно по соотношению цены. Есть почти все, что в дорогих отелях, но в эконом-виде. Минусы, конечно, есть, но тот, кто понимает соотношение этих минусов и цены на отдых, не жалуется. Восьмое место. Sailors Beach Club 5 звезд. Самый скромный отель этого топа, но с интересными моментами. Расположен в поселке Кириш, примерно 65 километров от аэропорта Анталии. Групповой трансфер занимает от 1 часа и в зависимости от количества отелей по пути. Открыт в 1997 году. Последняя полная реновация закончилась в 2020. Состоит из четырехэтажных корпусов с лифтами. Экстерьер скромный, но стильный и приятный. Территория всего 22 тысячи метров квадратных. Да, небольшая, но красивая и ухоженная. Есть зеленые газоны, цветы и пальмы, но теней явно недостаточно для отдыха в июле-августе. Будете просто плавиться под солнцем, пока дойдете к пляжу. Номера все обновленные, интерьер простой, но красивый. А вот по размерам совсем небольшие. И особенно это касается семейных номеров на 4 человека. Питание разнообразное и хорошее, всего много и вкусно. Но что-то действительно интересное бывает только по праздникам. По алкоголю в основном только местный нормального качества. Пару видов импортного бесплатной концепции стараются иметь, но только для поддержки ультра. Персонал во всем старается, но уборщиков номеров явно не хватает. Развлечения. Дневные мероприятия очень ненавязчивые. Вечерние программы есть, для уровня отеля норм, но не для любителей чего-то грандиозного. Для детей мини-клуб есть и с детьми занимаются, но рассматривать для целенаправленного отдыха с детьми не стоит, а только как бонус. Пляж небольшой, протяженность примерно 60 метров, ширина около 50. При полной загрузке отеля шезлонги придется хантить с самого утра. Пляжные покрытия мелкая галька, заход в море по гальке мелкой и средней. Пологий, но короткий. Водичка обычно прозрачная. За территорией есть торговая улица, где можно прогуляться и купить все, что хочешь. Отзывы. Удивительно, но почти все положительные, негативные практически не встречаются. Резюме. Интересный малыш для нормального отдыха с незначительными минусами. Седьмое место. Лима Климбра 5 звезд. Универсальный отель и для отдыха с детьми, и просто взрослым. Плюс это самый огромный отель в этом топе. А еще, только этот отель принимает детей до 15 лет. Либо бесплатно, либо по символической цене, как за детей. В отличие от всех остальных отелей, где с 12 лет идут уже в основном как взрослые. Расположен в поселке Кириш, 65 километров от аэропорта Анталии. Групповой трансфер занимает от 1 часа в зависимости от количества отелей по пути. А теперь внимание, в отеле нестандартный чек-ин и чек-аут, то есть заселение в 15:00, выселение 11:00. И в высокий сезон вряд ли у вас получится раньше официального времени попасть в номер. Открыт в 98 году, последний ремонт проводился в 2019. Территория аж 140 тысяч метров квадратных, зеленая, красивая и ухоженная. Состоит из основного семиэтажного здания, есть 4 лифта, 5 трехэтажных доп-блоков, соединенных между собой, а также комплекса из 3 трехэтажных зданий и 2 трехэтажных корпусов. Бассейны, 3 открытых плюс 1 крытый с подогревом зимой. Горки есть, 3 больших и 3 маленьких, не вау, но лучше чем ничего. Номера, тут весь набор. В главном корпусе есть
крутые номера с джакузи, в доп-корпусах много номеров, которые нуждаются как минимум в частичном обновлении. Естественно, нормальные номера отличаются по цене. В общем, ничего личного, только бизнес. Питание хорошее и разнообразное, особенно для туристов, не испытывающих иллюзии фантастики. С алкоголем норм. Несколько видов импортного алкоголя в бесплатной концепции стараются предоставлять. Персонал приятный и отзывчивый, обычно претензий не бывает. Для детей есть хороший мини-клуб, площадка, аниматоры, плюс мини-диско. В общем, все необходимое для развлечений. Пляж большой и просторный, протяженность примерно 330 метров. Покрытие мелкое и средняя галька. Лежаков много, но в пик бывают сложности со свободными. Заход в море пологий, но не длинный. За территорией есть куча торговых точек и магазинов. Активити нет, но погулять можно. Отзывы от реальных туристов в основном хорошие, но всегда найдутся, кому вода не водяная и солнце не солнечное. В целом, отель нормальный среднячок, но особо выгодный при отдыхе именно с детьми в возрасте от 11 до 15 лет. Шестое место – Мирада Дель Мар 5 звезд. Еще один универсальный отель, который можно рассматривать и просто взрослым, и семьям с детьми. Расположен в поселке Гюнюк, 46 километров от аэропорта Анталии. Групповой трансфер занимает от 10 минут в зависимости от количества отелей по пути. Открыт в 2007 году, последняя реновация проводилась в 2020. Обновили номера комфорт в главном здании. Территория большая, 100 тысяч метров квадратных, красивая и ухоженная, и примыкает к дикому сосновому лесу, так что кому нужен аромат хвои по утрам, берите на заметку. Состоит из основного шестиэтажного здания и трехэтажного здания гранд-шале, есть лифты. Бассейны, 3 открытых и 1 крытый. Аквапарка нет, но есть 3 горки для взрослых и 2 горки для детей. Номера нормальные, но в главном здании, конечно, лучше, потому что обновлены в 2020. Естественно, цена на номера комфорт выше, чем в корпусе шале. Питание обычно всех устраивает. Разнообразия хватает, рыба нескольких сортов, мясо, баранина, говядина, пицца, по фруктам и сладостям тоже норм. Места в ресторане достаточно, очередей за едой особо нет. По алкоголю для этого бюджета неплохо, стандартно есть местный и несколько видов импортного бесплатной концепции. Персонал улыбчивый, дружелюбный и отзывчивый. Развлечения. Есть все программы, то есть и днем, и вечером. В общем, неплохо, но не для тусовщиков. Для детей тоже норм. Есть мини-клуб, принимающий с 4 до 12 лет, игровая комната, детская площадка, кинотеатр. В общем, всего достаточно. Пляж. Тут все очень необычно. Шезлонгов и накрытия обычно всем хватает. Сам пляж песчано-галечный, а вот с заходом в море как повезет. Дело в том, что сам заход по крупной гальке. Но чтобы туристы могли нормально заходить в море, отель намывает песок. Когда этот песок смывает, то уход некомфортный. Когда песок есть, то все отлично. Отзывы разные, но в основном положительные. Неудовлетворительные встречаются крайне редко. За территорией только природа, так что кому нужно погулять, то придется только ехать. Резюме. Хороший отель с несущественными минусами для туристов, кому нужен нормальный вариант не за все деньги мира. Пятое место. Мираж Парк Резорт 5 звезд. Сверхпопулярный отель, в котором отдыхают и взрослые, и семьи с детьми, но более интересный вариант именно для взрослых. Расположен в поселке Гюнюк, 50 километров от аэропорта Анталии. Трансфер будет занимать примерно от 50 минут плюс-минус в зависимости от количества отелей по пути. Открыт в 1996 году, последняя реновация проводилась в 2017. Территория большая, 98 тысяч метров квадратных, красивая зеленая. Есть и деревья, и пальмы, но полезных деревьев для июля и августа маловато. Состоит из основного пятиэтажного здания и пятиэтажного корпуса парк, есть лифты. Бассейны всего 4, 2 для взрослых, 1 для детей и 1 крытый с подогревом. Аквапарка нет, но есть 3 горки небольших размеров. Номера обычные, неубитые и чистые, но по мебели заметно, возраст дает знать о себе. Питание. Организация шведского стола хорошая, разнообразие блюд нормальное. Из интересного бывают суши, крабы, мидии и креветки. Из нового появилась безглютеновая кухня.
по алкоголю. Тут все хорошо за эту цену. Есть все из местного, импортный, несколько видов. В 2022 планируют добавить бесплатную концепцию Chivas и Jack Daniels. Персонал приятный и отзывчивый, не конфликтный. Развлечения. Команда анимации работает хорошо, предлагают развлечения на любой вкус. То есть дневные и вечерние программы все присутствуют. Для детей есть мини-клуб, площадка и даже мини-зоопарк. Но правда, в котором особо ничего интересного. В общем, все вроде бы и есть, но так себе. Пляж большой и просторный, протяженностью примерно 400 метров. Лежаков много, покрытие песчано-галечное. Вход в море пологий, но только галечный. Сначала мелкое и дальше среднее и крупное. За территорией примерно в 500 метров есть торговая улица. Кому мало, то можно проехаться в Кемер или в Анталию. Отзывы в основном все положительные, хотя и бывают с минусами индивидуального характера. Резюме. Просто нормальная пятерка. Без глобальных минусов, но с некоторыми нюансами, которые отдыху особо не мешают. Четвертое место. Киликия Palace Gyunyuk 5 звезд. Еще один универсал, но почти самый сбалансированный по всем показателям. И с самым большим количеством номеров с видом на море. Более 90%. Расположен в поселке Гюнюк, 50 км от аэропорта Анталии. Групповой трансфер будет занимать примерно от 1 часа в зависимости от количества отелей по пути. Открыт в 2001 году, последняя реновация проводилась в 2018. Состоит из одного шестиэтажного здания с лифтами. Территория небольшая, 32 тысячи метров квадратных. А еще территория условно разделена на тихую и активную, так что учитывайте это при заселении. Бассейны. Два открытых, один для детей и один крытый с подогревом. Горки есть. Три маленьких для детей и четыре для взрослых. Но до уровня аквапарка далеко. Номера обычные, в нормальном состоянии. Есть все, что нужно для отдыха. На уборку никто не жалуется. Главный нюанс – это расположение в тихой части или в активной. В активной вечером будет шумно. Питание. Нормальное и качественное. Всего много, но по сравнению с некоторыми другими отелями не такое разнообразное. Хотя в 2020 году ситуация с морепродуктами немного улучшилась. По алкоголю тут все норм. Есть все из местного, импортный тоже есть. Кому не нужен Джек и выше, то сойдет. Персонал тут все спорно. С одной стороны старается, но не идеально. Развлечения и анимация. Есть дневные и вечерние программы, но это не самая сильная сторона отеля. Для детей есть нормальный мини-клуб. Хорошие аниматоры, так что с детьми отдыхать можно. Пляж большой и просторный, протяженностью примерно 300 метров. Ширина около 40. Пляжное покрытие песчано-галечное. Заход в море по гальке, мелкой и средних размеров. Вход пологий, но короткий. За территорией есть торгово-променадная улица, где можно погулять и купить все, что хочется. Отзывы очень разные. Есть очень довольные туристы, но есть и с претензиями. Резюме. Хороший универсал по нормальной цене с несущественными минусами. Но цена – это самый непредсказуемый показатель. Третье место. Queen's Park Rai Premium Takerova 5 звезд. Популярный отель для семейного отдыха. Расположен в поселке Такерова, примерно 70 км от аэропорта Анталии. Групповой трансфер занимает минимум от 1 часа, в зависимости от количества отелей по пути. Открыт в 2004 году, последняя реновация проводилась в 2021. Состоит из пятиэтажного здания с лифтами. Территория 60 тысяч метров квадратных, средних размеров. Но погулять именно по территории особо негде. Бассейны всего три, один из них крытый с подогревом. Аквапарк свежий, открыт в 2018 году, всего 22 горки для взрослых и детей. Номера полностью обновлены в 2021, в общем, особо придраться не к чему, Wi-Fi, естественно, бесплатно. Питание, разнообразие хорошее, в том числе и морепродукты присутствуют, но обычно к концу сезона разнообразие снижается. По алкоголю в основном только местный, но есть пара позиций импортного, бесплатной концепции. Персонал старательный, но тоже под конец сезона крепко устает. Развлечения и анимации. В течение дня проходят разные активити, причем вполне разнообразные. Вечером тоже стандартный набор шоу и диско. Для детей есть мини-клуб, крытый и открытый, мастер-классы, игры, конкурсы, плюс мини-диско. В общем, развлечений хватает. Пляж средних размеров, протяженность примерно 140 метров, зато широкий, около 50 метров. Пляжное покрытие песчано-галечное, то есть зона, где шезлонг и песок, а уход в море галька разных размеров, так что внимание и аккуратно.
За территорией есть торговые точки для легкого шопинга, а чтобы погулять, можно съездить в Кемер или Анталию. Отзывы в основном все позитивные, хотя иногда могут встречаться противоположные, как и в любом другом отеле. Второе место. Карендон Плая Кемер 5 звезд. Один из самых тусовочных отелей в Кемере. Реальные конкуренты по тусовке только Orange и Rixa Sangay. Расположен в поселке Бельдибю в 45 километрах от аэропорта Анталии. Трансфер занимает примерно 50 минут, плюс-минус в зависимости от количества отелей по пути. Открыт в 2016, последняя реновация проводилась в 2021. В общем, реально красавчик. Территория небольшая, всего 20 тысяч метров квадратных. На самой территории зелени немного, потому что особо и негде ее пристроить. Но пальмы и газоны есть. Состоит из двух-трехэтажных зданий, которые вытянуты паровозиком вдоль всего пляжа. Бассейны всего 4, из них один маленький для детей, один крытый и еще один с тремя горками среднего размера. В общем, ничего необычного. Номера. Тут придраться особо не к чему. Все новое и все качественное. Укомплектованное всем, что нужно на отдыхе. Самый главный момент. Номера в главном корпусе будут потише, потому что возле второго корпуса на пирсе проходят активные диско. Питание. Обычно туристы говорят, что выше всяких похвал. Но это тех, кто понимает, сколько стоит отдых, например, в Риксосах или в Барутах. Плюс фудкорт 24 часа, который по меню не хуже ресторана. По алкоголю, тут все отлично за эту цену. Есть все из местного, импортный тоже присутствует. Кто не испытывает иллюзий фантастики, тот доволен. Персонал обычно отзывчивый и дружелюбный, в общем, все хвалят. Развлечения и анимация. Тут как раз все нестандартно. Отель заточен под тусовки, при этом и днем, и ночью. Так что кто любит тишину, это явно не тот отель. Ну и спортивным отдыхающим тоже есть чем заняться. Для детей есть мини-клуб, принимает деток с 4 до 12 лет. И в принципе весь минимальный необходимый набор есть. Но целенаправленно рассматривать отель для отдыха с детьми точно не стоит. Пляж большой и относительно просторный. Протяженность примерно 270 метров. Покрытие песчано-галечное, заход в море разный. Есть идеальный по намытому песочку, но в некоторых местах есть галька и довольно крупная. В общем, ничего критического, просто нужно правильно выбирать участок для захода. За территорией инфраструктуры особо нет, за исключением нескольких магазинов в паре сотен метров от отеля. Но можно съездить в Кемер или Анталию. Отзывы. В основном все положительные, негативные встречаются очень редко. Резюме. Один из немногих отелей, который предоставляет такой формат развлечений, да и еще принимает при этом туристов с детьми. Но правда, это как бонус для активных родителей, которые любят активити, а детей оставить не на кого. Первое место. Ака Алинда 5 звезд. Сверхпопулярный отель, у которого много репитеров, то есть туристы, которые возвращаются в этот отель повторно по несколько раз. Расположен в поселке Кириш, примерно 65 километров от аэропорта Анталии. Групповой трансфер будет занимать от часа в зависимости от количества отелей по пути. Открыт в 1995 году. Последняя реновация проводилась в 2019. Состоит из главного здания и доп. Корпусов Аннекс. Территория всего 32 тысячи метров квадратных. Да, территория небольшая, но красивая, ухоженная и приятная. На удивление, зелени немало, то есть зеленые газоны и пальмы и деревья, но недостаточно для комфортного отдыха в июле и августе. Бассейны всего 4, один из них крытый с подогревом, так что смело можно отдыхать ранней весной и поздней осенью. Горки есть всего 4, размер солидный, но не вау. Номера укомплектованы всем необходимым, состояние нормальное, но не все идеальные, крайне критического ничего нет. Питание. Многие туристы говорят, что просто великолепное, то есть отличное разнообразие абсолютно всего. И в этом я полностью согласен, если смотреть на бюджет и сравнивать с другими отелями. С напитками все нормально, импортный алкоголь бесплатной концепции есть, но выбор ограничен бюджетом по отелю. Развлечения. Есть дневные и вечерние программы, шоу и спортивные мероприятия. В общем, нормально, но не для тусовщиков. Для детей мини-клуб, детская площадка, все есть. Программы неплохие, в целом всего достаточно для целенаправленного полноценного отдыха с детьми. Пляж относительно небольшой, протяженность примерно 100 метров, ширина 40 метров. Пляжное покрытие песчано-галечное. Заход в море по гальке, мелкой и средней. Пологий, но короткий. Водичка обычно прозрачная.
За территорией есть торговая улица, где можно прогуляться и купить все, что хочешь. Отзывы в основном все положительные, но иногда могут встречаться и противоположные от туристов, которые едут не на отдых, а у поиска к чему придраться. Резюме. Ака Линда – один из самых стабильных отелей в Кемере по качеству и сервису. Правда, это и на цене тоже ощущается. Это были топ-10 самых лучших недорогих отелей в Кемере. И некоторые из них летом могут быть забиты полностью под завязку, так что вовремя думайте о вашем отдыхе. Но если вы хотите действительно лучший отель, а не просто переплатить за то же самое, что есть в этих отелях, то для вас есть топ-10 лучших отелей в Кемере. Ссылка на ролик будет в описании к этому видео. Если вы уже отдыхали в этих отелях, то поделитесь вашими отзывами в комментариях под этим видео, чтобы помочь будущим туристам определиться с выбором подходящего отеля. Либо пишите ваши вопросы тоже в комментариях под этим видео, постараюсь подсказать вам ответы. Ну и благодарочка за лайки, подписку, колокольчик и за то, что делитесь этим видео в ваших соцсетях, тем самым помогая многим туристам определиться с правильным выбором отеля. На этом все, подписывайтесь на канал, до новых встреч, пока-пока!